Здравствуйте, меня зовут Оля Зубко, и я только что посетила мастер-класс от Александра по физиогномике. Это то, что обязательно нужно посетить каждому человеку, дабы немножко шире понимать своих оппонентов, партнеров, друзей, знакомых, любимых, и обязательно, конечно же, своих коллег, партнеров, своих подчиненных. Очень понравилось. И вот, если бы была возможность порекомендовать каждому, то, пожалуйста, моя рекомендация обязательно приходит к вам. А Александр объяснит, в чем специфика просто построения лица, реакции человека, о чем говорит то или иное действие, жесты, мимика, не только мимика, а также отчасти язык тела также здесь затрагивается. Спасибо!